Дымковский промысел – это уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник он в 15-16 веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки. Именно там развивалась и сложилась традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии – от матери к дочери. Постепенно складывались династии мастериц, каждая из которых имела свой творческий подход. В начале 20 века древний промысел почти угас, и лишь спустя полвека вновь набрал свою силу. В 1958 году Союз художников взял под свою опеку оставшихся мастериц и сумел сохранить и приумножить творческий коллектив и привнести в него новые краски. Игрушка развивалась, обретала новые формы. На Дымке уже в течение 50 лет работает художественный совет, который состоит из опытных мастериц и ведущих искусствоведов города. Ежемесячно они оценивают каждую готовую игрушку, в целом следят за традициями ее исполнения и творческим ростом мастериц. Каждая игрушка как раньше, так и сейчас уникальна. В ней отражается внутренний мир, эмоциональный настрой автора. Нина Петровна Барнякова трудится в мастерской дымковской игрушки вот уже почти 55 лет. Она родилась рядом с Дымково, с детства любила рукоделие и в 16 лет, выдержав вступительный экзамен, стала мастерицей Дымки. Если бы я не пришла, я не знаю, что бы со мной было. Я бы, наверное, тут упала в обморок. Мне так хотелось, так хотелось. И, конечно, когда я уже начала учиться, то я летала, можно сказать, на крыльях со своей субботихи сюда, вот в дом художника. Это каждый день 7 километров туда и обратно. Весь процесс изготовления дымковской игрушки занимает около месяца. При том, что каждая игрушка уникальна и никогда не повторяет своих предшественниц. Ну и действительно, как бы вот со временем все время добавляются какие-то новые элементы декора, новые элементы в росписи, в колорите что-то вносишь постоянно. Популярность дымковской игрушки распространилась далеко за пределы Кировской области. В книге пожеланий отзывы со всего мира. Здесь соседствуют записи с Китая и маленького села в Кировской области. Дымковская игрушка очень востребована сейчас. То есть у нас в организации целый уже список желающих постоянно, который нарастает. Они стоят в очередь за игрушкой. Очень много игрушки идет в подарок за границу. Как символ России, как символ вообще в целом всей страны. Множество высокопоставленных гостей, посетивших Вятку, по достоинству оценили красоту дымковской игрушки. Сейчас в мастерских дымковской игрушки трудится 20 мастериц. Но, как и раньше, эта профессия является востребованной. Чтобы стать мастерицей, не обязательно художественное образование. Главное – желание, способности и усидчивость. После сдачи экзаменов ученицам предстоит полгода обучения. Но на самом деле учиться им придется всю творческую жизнь. Работать в промысле очень интересно молодежи. Если есть способности, если есть талант от природы, то человек здесь может развиваться, и, как говорит молодежь, здесь может сложиться интересная творческая карьера. Дымковская игрушка пережила множество исторических событий, но сохранила при этом исконно русские традиции.
и уже более полувека является настоящим лицом, символом города. Хочется сказать спасибо тем людям, которые, несмотря ни на что, сберегли для нас наше наследие и историю. Благодаря им нам есть чем гордиться. Пока есть дымковская игрушка, жива и душа Вятки.